Друзья, всем привет! Решил обновить стулья. Кое-какие стулья валялись в сарае. Вот этот стул уже чуть рассохся. Это дедушка еще делал тут. Шпильки закручивал, стягивал его, короче. Вот тоже стулья. Этот вообще разобранный стул на запчасти. Сиденья тут никакие, просто ткань я, наверное, заменю, просто перебью и все. В общем, я хочу его зашкурить, что болтается, заклеить. Тот, конечно, надо полностью собирать, заклеивать. В общем, зашкурить, перекрасить его и перебить. Будем обновлять. Занес пока сюда стульчики в баню. Все зашкурил, все это. Сейчас я их протру чуть. Красить завтра, наверное, начну. Сидушки сейчас покажу. Я думал оставить их. Потом бью. Смотрю, пыль. Идет, не прекращается. Потом одну, короче, разобрал сидушку. Смотрите. Трухлявая. И там от нее, ну, пыль идет, это от нее. От этой трухи. Я так понял, это какая-то прослойка была. Так что будем снимать. Фанера сама еще нормальная. Вон прилипшая аж. Все. Будем это все сейчас отдирать. На завтра все приготовлю. А завтра уже буду красить. Желательно, конечно, на улице это делать, потому что краски в тот раз я надышался. Мне хватило. На улице тоже красить, блин. Ветер летит, пыль всякая прилипать будет. Все, заклеил этот стульчик. Эти три, здесь все, лишнее не убирал, убирать не буду, пусть будет, он все равно высохнет, лак, ой, клей. Все, ждем, плотно все село, хорошо, все, ладно, включаюсь завтра. Покрасил три стула, остался один, в общем. Самое противное, это вот эти вот решеточки красить. Ну, краска, я скажу, мне кажется, эти стулья были созданы, чтобы быть черными, черным цветом. Прям красивая краска получается. И ложится хорошо, и смотрится все как надо. Вот жучок прилип. Сейчас. Такой цвет насыщенный, хороший. Материал у меня на сидушке будет либо коричневый, либо зеленый. Не знаю еще пока. Потом я просто вот так положу, по цвету посмотрю, какой лучше будет. Здесь она как фанера была. И здесь вот следы такие были. Сейчас все закрасилось. Идеально вообще. Все, в общем, докрасил я. Все четыре стула. Пусть теперь сохнут. Табуретки с дома достал. Тоже сейчас обновлю. Краска вон вся обшелушилась уже. Вот эти торцы тоже покрашу. Их вообще может уже выкидывать пора. Мне всегда все жалко. Они уже рассыхаются, ножки.
Сейчас я краской покрою, будет нормально. Все, табуретки тоже обновил. Сверху, где лишнее было, убрал сразу соляркой. Вот такие обновления. Торцы тоже закрасил. Я их не шкурил, ничего. Как было там, корявое все. Просто закрасил и все. Стульчики пусть сохнут. Сейчас я пообедаю. Потом выберу либо зеленый, либо коричневый материал. В общем, выбрал я все-таки коричневую ткань вот эту. Такая же ткань у нас вот на софе. Буду резать из нее. Но я ровно все равно обрежу вот так сначала. Потому что мало ли, может пригодится. Может еще на что-нибудь потом обошью. Все, все четыре сидушки сбил. Хороший цвет. Висюльки все посрезал. Такая куча получилась. Сейчас пойду выкину. Блин, тут столько мусора, сейчас попылесосить надо. Стульчики проверял, они чуть подсохли. Вон они. Сейчас, может, как раз вставлю, не знаю. Ну, посмотрю. Если хорошо высохли сверху. Может, вставлю сразу сидушки. Уже вечер, стульчики вроде подсохли. Ну, не прям высохли, но уже ничего вроде не пристает. Ну, кое-где еще липнет так. Сейчас я попробую поставить сидушки. Маме тоже понравился цвет. Прям как будто новые. Сидушки у меня здесь. Сейчас поставим и проверим, как оно будет вместе. Все, все завершено за один день получается. Ну, я имею в виду покраска и сидушки. Ну, конечно, завтра еще чуть посохнет, но в принципе уже
ничего не прилипает, ничего нет. Я просто хочу, чтобы она просохла, чтобы если брать, допустим, стульчик сбоку, там где-то, чтобы следов отпечатков не было. А так все. Ладно, я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте палец вверх. И всем пока. Thank you.